наш современник, композитор Владимир Блок. Это сочинение «Одночасная соната» для виолончели соло, сочинение 133.
для виолончели и фортепиано, сочинение 72-е в 4 частях. Автор рояля. Thank you.
Прокофьев с Керцем. Thank you.
даже если для вас они будут дорогие. Уродимся, что мы молодцы, еще встретимся с вами. Давай косточку, косточку. Марочка еще на шуточке есть. Давай, давай. Ну что сказать вам, россияне, на прощание? Россияне. У нас сейчас обращение президента. Включи куклу пока. А? Куклу включи. Смотри, смотри, что же делает уже. И когда мы в домах, поднимая бокалы, вспоминаете нас, но не будьте страни. Мы такие же, как вы, сами ж нас выбирали. Мы же все здесь слегка чудаки, это значит. Мы хотели как лучше, только как мы не знали. Мы любили корабль за свистки. Шони, что это такое за мальчик? Шони. Снова переговорили. А где кошка? А чё ж ты косточку так бросаешь? Давай, ешь, 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 да. Что пожелать вам? Компакт-диск возьми. Ну вот. До свидания. С Новым годом, россияне. С новым счастьем. Россияне. Мы, оказывается, россияне. Да. Выбирайте нас. Да. Будьте здоровы. Выбирайте. О, Титаник. Да ну, все. И меня тоже. Вот. Ну. Последний раз выступаешь. Это всегда новые надежды. Что мне так? Новые мечты. Новые. Новые планы. Да. Мы хотим, чтобы были счастливы наши дети. Да. Чтобы чувствовали Читает, внимание честно. И заботу все, кому это сейчас так необходимо. Чтобы каждый гражданин России всегда ощущал достоинство и величие своей страны. Да, наступающий год. Когда доллар 22-23 рубля. Третьего тысячелетия, и мы уже чувствуем дыхание нового 21 века. Какой в него войдет страна, зависит от каждого из нас, от нашего таланта и трудолюбия, упорства и воли, единства и сплоченности. Шони, ты слышишь? Да, всем очень рад. Дай, мать.